Закончили проклейку шумопоглощающими материалами. Проклеили багажник, крылья, заклеены арки. Ну, вот так вот одним ковром стелится материал по багажнику. Закончили также работу с салоном. Тоже все проклеено сплошным ковром. В машине будет передвигаться намного комфортнее. И готовы 4 двери. Полностью закрывается карта двери. Так это у нас выглядит. Все, автомобиль полностью готов. Шумоизоляция сделана. Будем собирать.